Укротители Воксы, отчаянные и закаленные. Ближайшую неделю лучшие рафтеры страны проведут в поселке Лосево. Именно здесь накануне стартовало первенство России. Ленинградская область несколько лет не принимала турниры такого уровня. Егор Гельвер оценил шансы наших на победу. Преодолеть сопротивление бурной реки – задача не для трусливых. Об этом не понаслышке знают участники чемпионата России по рафтингу, который в этом году впервые за долгое время проходит в Ленинградской области. Соревнования собрали более 33 команд из 14 регионов страны – от Иркутска до Карелии. Спустя 10 лет Лосево вернуло себе право стать организатором чемпионата России по рафтингу. Это очень важный статус, самый крупный российский старт. И вот 10 лет ушло на то, чтобы организаторы местных соревнований Ленинградской области, город Санкт-Петербург, региональная федерация сумела доказать всей стране, что они умеют, готовы и способны организовать этот серьезнейший старт. Соревнования проводятся в 4 дисциплинах, и сборная Ленинградской области настроена бороться за медали в каждой из них. Что неудивительно, ведь все рафтеры в составе нашей команды – это еще и мастера спорта по грибному слалому. Мы сейчас подготавливаем лодку к старту слалома. На данный момент мы где-то в десятку мы входим. Будем, если больше тренироваться будем, значит, занимать высшие места. Мы среди спортсменов собираемся, тренируемся каждую неделю. И там уже кто сможет, у кого нету сборов по грибному слалому, тот выступает. Дистанция 200 метров и 14 ворот, сквозь которые нужно пройти как по течению, так и против него. Сегодня спортсмены соревнуются в слаломе. В рафтинге это одна из самых необычных дисциплин. По словам участников, здесь важны не столько физические данные, сколько командное взаимодействие и техника управления рафтом. Рафт – это командная лодка. Она может быть 4-местной, может быть 6-местной. И здесь очень важна работа всей команды. Да, они не действительно больше, чем каяк или байдарка. Но в умелой команде эти лодки преодолевают невероятные пороги. Опять же, каяк, грибной слалом – индивидуальный спорт, там, где каждый человек отвечает сам за себя, а здесь только команда. Поэтому это интересная, красивая, зрелищная дисциплина. Рафт – это своего рода вездеход среди лодок. И укрощать его участникам предстоит еще 5 дней. За это время они могут зарекомендовать себя перед тренерами сборной страны. До чемпионата мира по рафтингу, который пройдет в Китае, остался всего 1 год. Егор Гельвер, Семен Котенко, Андрей Крылов, Лен ТВ 24, Приозерский район.